ООН одобряет последствия вывода российских войск из Сирии. Кто оскверняет немецкую культуру? Канцлер Германии против антисемитизма. Почему самый старый человек на планете всегда остается оптимистом? Каким был предок тираннозавра? Сенсационное открытие ученых. В ночь на вторник Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание. Оно проходило за закрытыми дверями и было посвящено решению Владимира Путина вывести войска из Сирии. По итогам президент Совбеза, сейчас его функции выполняет представитель Анголы, сообщил журналистам, что это, безусловно, позитивный шаг. И пояснил, результатом чего такой прогресс, по его мнению, был достигнут. Это стало возможным благодаря успешному сотрудничеству между США и Россией. Это позволило установить в Сирии перемирие, которое до сих пор в целом соблюдается. Это сделало возможными переговоры. И вот теперь решение вывести войска. И это позитивный шаг. Поприветствовали решение Путина и представители сирийской оппозиции, находящиеся сейчас в Женеве. По словам переговорщика Салима Аль-Муслата, важно, однако, как слова российского президента будут реализованы на практике. Мы надеемся, что русских больше не будет в Сирии. Мы хотим знать, что русские люди – друзья сирийцев, а не участники их убийства. Путин принял очень важное решение, но еще более важно, если он решит стоять за сирийский народ, а не за диктатора. Одобрила инициативу и Барак Обама. Российские и американские президенты переговорили по телефону вечером в понедельник. Об этом сообщили в Белом доме. Двое американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными, рассказали агентству Рейтер, что Москва не уведомляла Вашингтон о готовящемся решении и что никаких признаков того, что вывод войск скоро начнется, у американской стороны не было. Вечером в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, когда президент было принято это решение и заявил, что вывод войск с Башаром Асадом согласован. О сворачивании операции Владимир Путин объявил в понедельник вечером на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИДа Сергеем Лавровым. По словам президента, задачи, поставленные перед российскими вооруженными силами в Сирии, в целом выполнены. Антисемитские преступления – это нападение на Германию, заявила Ангела Меркель на международной конференции по вопросам антисемитизма. Выступая на собрании в парламенте Берлина, канцлер подчеркнула важность этого вопроса. Мы никогда не должны спокойно относиться к осквернению надгробий на еврейских кладбищах, потому что таким образом оскверняют нашу культуру. Если синагоги начнут становиться объектом насилия, пошатнутся основы нашего свободного общества. По официальным данным, подавляющее большинство антисемитских преступлений в стране совершают сторонники крайне правых взглядов немецкого происхождения. Ранее Меркель уже подчеркивала, что необходимо бороться с антисемитскими настроениями среди некоторых молодых людей, прибывающих из стран, где ненависть к Израилю и евреям является обычным делом. Вопрос безопасности еврейских общин особенно остро стоит в Германии после гибели более 6 миллионов евреев во время Третьего рейха. Сегодня немецкая еврейская община насчитывает около 100 тысяч. Человек. Немцы стали брать все больше кредитов на приобретение жилья. С одной стороны, это является следствием увеличения готовности немцев брать на себя все большее кредитное обязательство. А с другой – увеличение стоимости недвижимости. Чемпионом по росту среднего ценника покупки является Мюнхен, особенно в его богатых пригородах. Там люди тратят по 340 тысяч евро. Вслед за столицей Баварии идет Гамбург. Там жители готовы раскошелиться на 280 тысяч евро за дом. Меньше всего среди мегаполисов жилье подорожало. Дорожало в Дортмунде. Там немцы готовы выложить по 173 тысячи за квартиру. На фоне роста ипотечных трат в больших немецких городах более низкие показатели в сельской местности и малоразвитых районах страны. Там ипотеку берут на меньший срок и значительно в меньших объемах. Такое снижение потребности населения в заемных деньгах объясняется более низкими по сравнению с крупными городами ценами на жилье. У каждого украинского дома появился шанс получить помощь от Германии. Немецкое энергетическое агентство по заказу Федерального министерства экономики и энергетики Германии проведет комплексное утепление жилых домов в разных регионах Украины. Прием заявок на участие в проекте уже начался. Цель – разработать для владельцев домов оптимальные и эффективные решения по комплексной энергоэффективности зданий, не только в техническом, но и в финансовом плане. Программа рассчитана в первую очередь на объединение совладельцев жилья, но возможное участие домов
которых они не созданы, при условии соответствующего решения на собрании совладельцев. Конкурс проведут в два этапа – изъявление заинтересованности и, собственно, конкурс. При этом преимущество в выборе будет отдаваться гражданам, которые планируют наиболее комплексную модернизацию своего дома или собираются совершить уже начатую. Напомним, в Украине более 70% жилого фонда – старые дома, в которых изношены коммуникации. Большую их часть составляют хрущевки, возведенные более 30 лет назад. Самый старый в мире человек получил сертификат Книги рекордов Гиннесса. Израилю Кристаллу 112 лет. Он родился 15 сентября 1903 года. Это подтверждает исследовательская геронтологическая группа. Мы нашли документы. Территория, где был рожден мой отец, была предметом споров между Германией и Польшей. В результате, когда власть получила немецкое правительство, они выдали всем документы, и мой отец получил официальную бумагу о том, что родился в 1903 году. 65 лет назад самый пожилой человек планеты переехал в Израиль после того, как ему удалось выжить в лагере смерти Освенцим. Его мать умерла, когда ему было 7 лет, а отец был взят русскими в заложники в начале Первой мировой войны. Так мой отец остался без родителей. Он должен был выжить. Я думаю, что все эти обстоятельства сделали его очень сильным и помогли ему справиться с другими лишениями. Поэтому мой отец очень оптимистичный человек. Для него стакан всегда наполовину полон. Предыдущий обладатель титула «Самый старый человек на планете» Каида Ясутара из Японии. Он умер в январе нынешнего года, также в возрасте 112 лет. Один из самых масштабных и ведущих фестивалей импровизации в Европе «Импро» на этой неделе проходит в различных местах Берлина уже в 15-й раз. До 20 марта в нем примут участие, помимо его немецких хозяев, театральное объединение из 13 стран мира. В этом году фестиваль сфокусирует свое внимание на понятии границ в их различном проявлении, включая ограничения, навязываемые обществу. Центральной темой «Импро-2016» станет вынужденная эмиграция и переселенцы. Художники и актеры, являющиеся выходцами из стран со сложной политической ситуации, расскажут о своем личном опыте, связанном с ограничениями и цензурой. Ряд театральных пьес под общим названием «A Place to Be» превратит данные рассказы в сценические постановки с социальным и политическим контекстом. Помимо новых форматов, зрители ожидают и традиционные шоу, как, например, «Мужской и женский вечер» или вокальный конкурс «Improvision Song Contest». Во второй раз почетным гостем мероприятия выступит Мюнхенский фестиваль «La Triviata» с оперой импровизацией. Собранные средства будут переданы организаторам, занимающимся помощью беженцам. Аукционный дом «Сотбис» выставляет на продажу печать небесного мандата. Штамп, созданный во второй половине 17 века для китайского императора Канси. Его правление в истории Поднебесной называется «Золотым веком». Небесный мандат в китайской политической традиции – источник власти монархов. Они называли себя «сыновьями неба». Печать для каждого императора создавалась новая. Надпись на этой, самой большой в истории страны, гласит «Уважай небо и служи людям». Заместитель главы Сотбис рассказывает об уникальности старинного артефакта. Эта печать – воплощение самой сути небесного мандата, который дает право на царствование. Ею пользовался император Канси. Он дольше всех в истории правил Китаем. Она будто заявляет: «Вот он я, единственный законный правитель этой империи». Она невероятно важна и стоит в одном ряду со многими работами, находящимися сегодня в запретном городе в Пекине. Вместе с печатью небесного мандата на торги выставлены еще два штампа этого периода. Стартовая цена на все три лота – 6 600 000 долларов. Но организаторы уверены, за такие сокровища они смогут выручить гораздо больше. Ученые нашли прародителя тираннозавра. Окаменелости, найденные при раскопках в Узбекистане, свидетельствуют о том, что предок животного имел сложный мозг и органы чувств, а сам зверь был опасным хищником. Исследователи рассказывают, что найденное существо по размерам можно сравнить с лошадью. Оно обитало в Центральной Азии 90 миллионов лет назад, в то время как тираннозавры были распространены в Северной Америке более 20 миллионов лет назад. Ученые использовали специальный сканер, чтобы заглянуть вовнутрь черепной коробки животного и в цифровом виде восстановить его мозг, нервную систему и кровеносные сосуды. Выяснилось, что предок тираннозавра воспринимал только низкочастотные звуки. Эти хищники были развиты с точки зрения их сенсорных способностей, прежде чем они достигли гигантских размеров. Ученые показали 3D-модель черепной коробки животного, которая была намного меньше, чем у тираннозавра. Мозг первого можно сравнить с баскетбольным мячом, а его предка – с грейпфрутом.
Прародитель Тирекса получил имя Тимур Лэнг в честь азиатского полководца Тамерлана. Хищник весил около 270 килограмм. Это слепки зубов Тирекса и его предшественника. Вы видите, они очень разные. Этот как острое лезвие, вы можете порезать об эти зубы пальцы. Этот зуб гораздо более массивный, он мог пробить что угодно. Между появлением Тимурленга и тираннозавра прошло 70 миллионов лет, поэтому есть еще масса вопросов по поводу того, как животные эволюционировали.